Копейчан ожидают активные выходные. В городе пройдет сразу несколько спортивных мероприятий. В субботу у нас начинаются четвертьфиналы чемпионата Копейского городского округа по баскетболу среди мужских команд. Начало матча в 16 часов по адресу Ильича 14, это спортивный зал Копейского политехнического колледжа. В воскресенье у нас очень насыщенный день. У нас традиционно уже проходит кубок Челябинской области по мотокроссу на стадионе по техническим видам спорта борьбы 14-Б. Начало соревнований в 12 часов. Приглашаю всех копейчан прийти, поболеть за наших мотокроссменов в первую очередь. Ну и посмотреть увлекательную гонку, конечно же. Также в 12 часов у нас на стадионе «Химик» уже традиционно стартует «Лыжня России». В связи с погодными условиями мы ее перенесли с прошлой недели на 19 число. В этом году мы немножко внесем элемент соревновательности, поскольку шапочек у нас достаточно мало, и шапочки «Лыжня России» получат только лучшие. Также в воскресенье в 12 часов в Копейске пройдет традиционный чемпионат по велокроссу, посвященный памяти Игоря Курзина. Соревнования в честь мастера спорта Советского Союза состоятся в 26-й раз.